Я хочу пригласить вас на свой трехнедельный курс, на котором мы будем исследовать элементы. Мы будем исследовать элементы для того, чтобы вы смогли найти свои ключевые ценности. Нам важно знать свои ключевые ценности, потому что они являются нашими ориентирами. Они являются постоянной опорой в течение всей вашей жизни, и они всегда будут направлять вас, подсказывать, какое решение принять. И так как эти решения будут основаны на ваших ключевых ценностях, они дадут вам состояние глубокого удовлетворения и наполненности, к которому стремится каждый человек. Если вы не осознаете свои ключевые ценности, если у вас есть некоторые знаки, но они не очень ясны для вас, то есть возможность, что вы примете решение и совершите выборы, которые не будут согласовываться с вашей истинной сутью, и они не принесут вам глубинного удовлетворения. Но вы можете следовать им в течение многих лет, а в конце прийти к следующему выводу. Я несчастлив. Почему я делал это? Это не работает для меня. Вы не должны проживать свою жизнь таким образом. Поэтому, уделив этому время в самом начале, чем мы и будем заниматься на этом курсе, вы начнете процесс распознавания своих истинных ценностей. И они будут служить вам до конца жизни. Мы будем делать это через элементы — землю, воду, огонь, воздух и эфир. Каждому элементу соответствует свой тип личности. Кто вы? Человек земли? Человек огня? Мы можем приблизиться к своим ценностям через элементы. Так будет проще для вас. Вы будете меньше идентифицировать себя с ними, и вам будет легче распознать себя. Благодаря этому трехнедельному процессу вы действительно сможете открыть и принять ту глубокую истину, которая является вашим истинным «Я». Приглашаю вас на курс, который я жду с нетерпением, чтобы поделиться этой невероятной мудростью. Сатнам.